И снова всем привет, с вами Маша Майва. И меня зовут Костя Павлов. Вы большие молодцы, мои дорогие, набрали 10 тысяч лайков, это очень круто, спасибо вам большое. И поэтому прямо сейчас вы будете смотреть второй пранк. На самом деле предыстория, в принципе, точно такая же. Мы 2 недели готовились к этому пранку, но мы готовились к пранку с Максом. С ним сделали и поняли, что у нас еще остался сухой лед. Да, у нас полная коробка. Полная коробка, мы такие думаем, блин, а что делать-то? А тут такая телька, говорит, а я к вам сейчас сегодня приеду. Мы такие... А она не знала ничего. Мы такие, оп, и все. И все, и сделали пранк над ней и ее парнем. Поехали. Короче, я не знаю, как это делать. Может, у них, давай сейчас. Ну, короче говоря, там ролик в бане. Вы видели на первом месте, что вообще происходит? Нет. На первом месте стоял топа ютуба. Нет. Ну, короче, вы сейчас Маша вообще... Смотри, тебе есть как жидкий азот валит? Вообще, отвали. Идем. Что там? Егор, пить, пожалуйста? Да. Сейчас вот проэкспетируем, как все надо смотреть. Ну, проходи. Смотри, подождите. Вот, смотри, ребята будут, ну, по 1000. Ребята будут стоять тут. И, короче, я не знаю, как это будет стоять. Понимай! Помоги! Помоги! Ребят! Народ! Я не могу, дай камеру! Выйди ее! Я на вас смотреть не могу! Она устала! Поднимите ее! Я на вас смотреть не могу! Просто! Да поднимите! Не, я здесь не мог удержаться, серьезно! Я сказала, что это неплохое. Не такое. Ты чё стоишь? Это что? Маша в роль вошла. Ты чё плачешь? От смеха, наверное. Не, прикольно, что 2 разные реакции получилось. Да, очень круто. Это пипец. Если под этим видео наберется 50 тысяч лайков, то я сниму новый пранк над каким-нибудь блогером, а может быть над каким-нибудь обычным человеком. Пишите в комментариях, кого вы хотите видеть в следующем пранке. Мне кажется, он будет еще более холодный, в смысле не блогер, а пранк. Да, так что все, с вами был Костя Павлов. Маша Майва. Всем пока!